вступил в связи с Китаем, в истории Китая, неважно, древний, новый, новейший, и решили на нашей конференции, востоковедения, сделать такой блок, поговорить в течение полутора часов наших замечательных докладчиков сегодня об этой проблеме. Для того, чтобы открыть наше мероприятие, я с удовольствием предоставляю слово руководителю школы востоковедения, профессору Андрею Яновичу Корнееву. Спасибо. Уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел сказать, что впервые в истории Ясенских конференций, а, как мы с вами знаем, в этом году 24-й раз проводится Ясенская конференция, впервые в истории руководство согласилось с нашей просьбой о создании целой секции востоковедения. Условием было, что нужно было подготовить 8 разных мероприятий. Одним из этих мероприятий является наша сессия, как преподавать историю Китая. Изначально название было как правильно преподавать историю Китая, но потом мы решили, что, наверное, более политкорректным будет название «Как преподавать историю Китая в 21 веке». И мы совсем сами долго обсуждали, как это следует организовать, но действительно эта сессия, она вытекает из нашего опыта. И, по-моему, все присутствующие, кроме студентов, которые, может быть, тоже будущим преподавателями будут, надеемся, все остальные, по-моему, тоже имеют такой опыт преподавания истории Китая. Ну, во-первых, история Китая – это очень протяженная длительность. Во-вторых, это, как мне кажется, сфера, где, наверное, еще очень много нужно сделать. Вот, несмотря на то, что у нас есть 10-томная история Китая с дальнейшим наших дней, и даже, по слухам, ее собираются переводить в Китай, но я бы, если честно, подумал бы, ну, может быть, и не торопился. Так я мягко скажу. Ну, по крайней мере, там разные есть удачи, есть пробелы. Я думаю, что в ходе сегодняшнего обсуждения мы как раз, поскольку мы все в своем кругу, все и почти все друг друга знаем, мы можем очень откровенно поделиться друг с другом опытом и сделать так, чтобы это преподавание истории Китая, Китай для России – это привилегированный объект изучения, чтобы это преподавание было, ну, действительно на уровне задач сегодняшнего дня. Я, наверное, на этом остановлюсь. И обратно возвращаю микрофон Александру Александровичу, пожалуйста. Спасибо. Спасибо всем. Сегодня у нас замечательный состав докладчиков. Вы видите сейчас на слайде. Мы очень рады понимать, что к нашей сессии присоединился профессор Федерального университета, известный китаевед Григорий Тасышев, замечательный Елизавета Витальевна Волчкова, впервые у нас участвует также Анастасия Андреевна Валенкова из Института Тавразии Африки МГУ, и Михаил Владимирович Крапов тоже сегодня поделится своим богатейшим опытом преподавателем истории Китая, именно с точки зрения социально-экономической истории. Дорогие друзья, мы будем пользоваться следующим регламентом. Я предложила бы 10 минут не более уделить докладу основным тезисам, после чего не менее ценное обсуждение должно быть, поскольку наше время действительно очень жестко ограничено. Давайте попробуем таким образом выстроить сегодняшнее наше мероприятие. И очень надеемся, что Юрий Андреевич тоже возможность тезисно выступить. Спасибо большое, и я передаю слово Владимиру Григорьевичу Тасышеву. Коллеги, за возможность приступить. Извините, вопрос. У нас запись идет, да? Да. Докладчики возражают против записи? Дорогие коллеги, будут возражения? Если есть возражения, можем просто вырезать часть. Я. Мы пока еще не расследуем. Но мы потом можем, если кто-то не хочет, мы можем
можем написать в оргкомитет, что просим там, не допрашивать. Позвольте представить тезисы моего выступления. Я постараюсь уложиться. Это всегда сложно, потому что наболелое, как говорится, нет, собирается обсуждать данные проблемы. Каждый в большом своем мерке, как правило, существует, проблемы изучает. Но все мы связаны в целом с образованием и с общей историей Китая. Первый, актуальность обусловлена, вероятно, сегодня местом Китая в современном мире. Ну и, собственно, история Китая, как я полагаю, это базовая наука, которая позволяет нам понять, что происходит сегодня в Китае, что мы можем ожидать в будущем. Первый вопрос. Почему в системе преподавания всеобщей истории, всемирной истории, истории регионов мира, истории Китая, истории Восточной Азии особое место занимает Цинская империя, история Цинской империи? Ну, тема доклада есть, да? Почему? Во-первых, я хочу обратить внимание, что устойчивые учебные программы среднего и высшего образования сформированы еще в советской школе и частично сохраняются сегодня в современном образовании. Они все-таки основной акцент делают в истории Китая, это история Цинского Китая. Это такая большая проблема, почему так произошло. Сегодня, конечно, много есть изменения, но в школьной программе, если внимательно посмотрите, есть немножко древний Китай, Цинь-Шихуань и Конфуций, и потом практически сразу идет только какие-то сюжеты Цинского Китая. Что касается высшего образования, в классических университетах, уже старая система развалилась, в медуниверситетах истории Китая начинали изучать новую историю Цинского периода и современных систем педобразования, педобразование не меньшую роль играет в формировании сообщества историков, может быть, даже большую, общее представление в России в истории Китая. В целом, основной стандарт образования остался тот же, и, по сути, начало истории Китая – это именно Цинский Китай. Поэтому мы должны именно на этот период истории Китая обратить особое внимание. Кроме того, конечно же, собственно, Цинский Китай – это период, когда мы познакомились с Китаем, Россия, когда были установлены прямые отношения, я не буду говорить про вместе Петлина и тем более под вопросом, но основной понятийный аппарат, кроме слова Китай, в общем, все остальное, все, что в нашей культуре с Китаем связано, это все эпоха Цинского Китая. Таким образом, мы должны, говоря об истории Китая, в нашем образовании, конечно, Цинского Китая уделять особое место. Вторая проблема, которую хотелось поднять. Проблема Цинской империи как Китая, или место Цинской империи в истории Китая. Ну, вот, наверное, все согласятся, что история Цинской империи настолько сложна и противоречива, что вот у нас сложилось две позиции в нашем образовании, в науке, в целом, в китаеведении. Первое, господствующее, не замечать специфики Цинского Китая, но вот был Китай и остался Китай. Вот там захватили варвары на какое-то время, ничего не поменялось. Никакой специфики Цинского Китая нет. Второй подход, конечно, гораздо меньше его придерживается, но он уже озвучен, и в публикациях есть, что Цинский Китай – это лишь ханьский анклав Цинской империи. Вообще, Цинская империя – это не Китай. Это совсем другое государство, в котором просто вот есть китайский Туркестан есть, допустим, Цинский Туркестан, есть Цинский Китай, как аналогия, вы знаете, вот наши коллеги, кстати, востоковедение придерживаются позиции, ну и в разной форме такая позиция всегда присутствовала. Ну вот мой подход к этой проблеме озвучен отчасти в первом номере журнала «Российское китаеведение», как вот эту проблему решать, поэтому я не буду подробно останавливаться. Я полагаю, что все-таки Цинский Китай – это Китай, но трансформированный в другой Китай, отличный по многим базовым понятиям, скажем, от того же Минского Китая. И это особый период, когда Китай приобрел новые качественные характеристики, что позволило Китаю пройти
вот такие вызовы, как тайпинский кризис, там восстание мусульман, британские колонии, не потеряв суверенитета, не потеряв целостности, в отличие от большинства, скажем, древних и средневековых империй. Поэтому какие качества Китай приобрел, я полагаю, первое, на что обращаю внимание, это евразийскость. Китай стал окончательно евразийским государством, евразийской империей. Собственно, даже ханьская культура трансформировалась. Что по ним, я полагаю, под словом евразийскость, я так определяю, это особость культур, сформированных на периферии древних цивилизаций. И вот эти периферийные культуры в силу комплекса причин имели сходство со всеми тремя суперцивилизациями. Вот, то есть дальневосточной, китайской, южной и западной. И таким образом вот специфика такая евразийской культуры. Ну, в принципе, вот наши евразийцы на примере России тоже по-разному на этом сходится. И здесь я полагаю, что мы можем увидеть общее, вот, что как Россия, как евразийское государство, да, спор это евразийское и европейское, также и финский Китай. То есть это все-таки ханьское государство, культура, или все-таки это уже другое. И термин здесь евразийский, наверное, подходит. Ну, по части вот в статье можно все это посмотреть. Я полагаю, что цинский период заложил основу современного Китая. Ну, вы знаете, позиция государства пяти национальностей. И не только это, собственно, да, собственно консолидация ханьцев и так далее. Ну, вот, значит, первое, евразийское, я позволю из регламента. Но вторая важная составляющая вот, цинской истории, я полагаю, что в цинский период в Китае шли внутренние процессы социально-экономического развития, типичные для нового времени. Это эпоха разрушения традиционного феодального общества. До британской экспансии, западной экспансии, я прошу обратить внимание, и мы можем это увидеть, и исследователи показывают, например, там более половины чиновников, они уже не имели связи, то есть они не выходцы из Шэньчжэнь, например, да? Или Лунгуншан, они получили равные права. Куча всяких неполноправных групп в этот период стали полноправными. Затем механизмы там вот этого патроната феодальной системы были разрушены там через ряд актов, когда там фамилию заставляли менять, да, если под патронат или там родовые кладбища отменять. То есть в целом это сложная картина, она многие исследователи, конечно, трагит, но это нужно понять, это общее явление новой истории. Вот. Слом старой системы. И в культуре это хорошо видно. Если в этот период китайские классические романы, китайская опера становится элитарным, но это же простонародная культура. А это показатель вот нового времени, когда простонародная культура становится элитарной. Так что я считаю, что есть интересная проблема, и надо вот эти два фактора, все это две важных составляющие, которые в наметках были в предыдущей эпохе, но здесь они стали как бы ключевыми. Третий тезис, о чем говорят учебники и литература, которые используют в качестве учебных пособий. Поскольку регламент, я тогда не буду останавливаться, в принципе, у нас не так много литературы, учебной по истории цинского Китая. Но вот если там в советский период одна история, новая история Китая была бы учебное пособие. Что касается постсоветского периода, да, у нас единственное учебное пособие это Меликсетова. Ну, вы знакомы все, я думаю, что проблема здесь явно видна на современности. Маньчжурское завоевание называется вторжением кочевников. Вывод. Маньчжурское завоевание было поражением могущественной Китайской империи в борьбе с кочевниками. Ну вот, базовый тезис, что такое цинский Китай? Ну, неубедительно, скажем так. И опять же противоречивый тезис. Маньчжурское владычество продолжалось тяжелым национальным гнетом, и тут же демографический взрыв, не имеющий аналогов в истории. Ну, по крайней мере, надо эти два тезиса, когда рядом стоят, надо их как-то согласовывать. И вывод. Характер социально-экономического не претерпел кардинальных изменений. Это вообще был единый Минско-Цинский период. То есть, как бы тезис, что это Минский Цинский Китай принципиально не отличается, это единый период в истории Китая. Я думаю, что да, что можно
поспорим. Ну, а вот мы сегодня говорили, да, у нас единственный специалист, который в этом периоде специализировался в постсоветское время, мы с вами знаем, вот, не помним. И вот же, кроме того, что только у него история Советского Китая, и также он фактически этот том формировал заготовленную историю Китая, там, правда, Джунгарская, другие авторы, но они как бы не создают целостной картины, вот эта глава, которая попадает. И, собственно, проблема большая. Хотя появились молодые исследователи, не очень молодые, ну, скажем так, не самые известные, которые эти проблемы ставят и делают выводы, что Цинская это уже универсалистская империя, в отличие от Минской. То есть наработки в нашей историографии есть на эту тему. Я вот, возможно, вы там знаете имена там, и не только вот это пишет из проекта, но у Поликова, это не очень известная фамилия, но у них есть интересные подходы, которые, конечно, можно сводить в единое целое. И, собственно говоря, подводя итоги о преподавании, что, во-первых, когда преподаем историю Китая, нужно с этого начинать. История Цинского Китая спорная, недостаточно изученная, следите за новыми исследованиями, ответов удовлетворяющих пока, да, в литературе не дают. Я думаю, что это нормально для университетской аудитории, как минимум, первый подход. Вот. Затем, что все мы должны рассматривать в целостности. Вот эти противоречивые тезисы, они не должны между через запятую, без всяких. Вот эту противоречивость нужно давать обязательно. И преподавая, конечно, нужно разбивать историю на проблемные блоки и вот эти проблемы поднимать именно в проблемных блоках, а не в хронологической последовательности истории Китая, где они, эти блоки теряются. Побольше давать проблемы образования, культуры, искусства, как отражение социально-экономических, политических процессов. Обычно у нас отдельный блок, но тут культура как не связана. Ну и методологически, если завершающее, я вот так, может, в двух словах сказал. Вот раньше мы смотрели, рассматривали Китай традиционно там, советский период, что вот что мы пытаемся понять, почему Китай слабый, почему Китай потерпел поражение в Опиумной войне, что было плохого в Китае, да? Я думаю, вот мы можем по-другому исходить методологически, а что позволило Китаю пережить новое время, что позволило Китаю сохраниться, что позволило Китаю быстро стать державой, и вот эти почему Китай терпел поражение там в новое время? Потому что вот цинская власть была цинская система была. Да почему? Ну, Китай не мог быть нацией государством, эпоха нации государств. Причины в другом были поражения. А вот что помогло им, вот не став нацией государством, но пережить это? Наверное, вот мы можем увидеть вот эта трансформация, которую Китай до столкновения с Западом уже у себя прошел. Евразийскость как новое качество и трансформация, которая началась уже в недрах Цинской империи, которая заложила основу, потом быстрой модернизации. Вот я хотел бы несколько тезисов вам предложить. Спасибо. Всех выслушаем, а потом уважаемые коллеги, я постараюсь коротко,
часть все-таки курсов, как пути уходят на историю юридическую, на разного рода развитие приборной политики, на конкретных политических деятелей, и довольно много внимания времени остается на сюжеты, связанные с, допустим, с вопросами развития общества, с какими-то сдвигами в истории смелой жизни, в той же самой там, экономике, на это иногда просто не хватает внимания и средств. Поэтому можно это решать, в том числе через использование визуального материала. Я хотела просто поделиться опытом, ну, во всяком случае, повторить возможность, как это можно делать. И применительно, на самом деле, к эпохе истории Китая древности и в Средние века, ну и также, и, разумеется, к новой истории, даже к современности, если мы используем вот такие материалы, как логические правопокаты, временного молнизма, или даже, мне кажется, и фотографический ряд там периодов республики, всегда помогает и что-то проиллюстрирует. Но в данном случае я как раз говорила не о иллюстрации, я как раз хотела сказать не о чистой иллюстративной речи, как вот в школе принято, да, там отрасль студентской казни или там какой-то там фиксация какой-то битвы. Дело в том, что в Китае довольно мало живописи такой вот нарративной, которая фиксирует конкретные исторические события и делает это достоверно. Мы помним, наверное, историю с Первой мировой войной, взятие Нинго, осады Нинго, когда перед осадой, когда битва еще не началась или прошла, и она будет проиграна. Первое, с чего начали, мы написали картину грядущего боя, не ориентируясь на то, как это в реальности, а ориентируясь на конкретные, ну, так сказать, на некие представления о высшей справедливости. Поэтому, в принципе, я здесь просто хотела обратить внимание на эпоху Сун, на то, как можно раскрыть разные сюжеты сунской эпохи, в том числе, допустим, такие важные сюжеты, как взаимодействие дрона и высшей бюрократии, как статус торгового сословия развития городов, как статус женщин и метафоры катастрофы, распад государства и то, как на это реагировала социальная элита. И, в принципе, тема, на которую можно проводить самостоятельные лекции, даже там целые серии лекций, но это довольно компактно, в принципе, можно сделать через какой-то живописный метод, вот в качестве примера, да, вот у нас картина, которая трактуется, картина «Судьба и сороки и заяц», которая трактуется обычно как желательное изображение осенней или зимней сценки, но на самом деле, если мы начинаем ее разбирать, то мы видим, что это, в общем, достаточно злой политический какой-то конфликт, который касался скандала с принцессой Янько, которая была дочерью императора Женцуна. И вот этот вот скандал иллюстрирует нам то, как в сунское время поменялись отношения престола и высшей бюрократии, когда бюрократия оказалась в состоянии не просто ставить на ринг императорского престола, чтобы какие-то недостатки управления государством и неправильные подходы к решению семейных конфликтов, но еще и выносить эту дискуссию в публичную плоскость и даже вплоть до того, что она доходит до какого-то художественного изображения, которое вот мы можем видеть на фотографии. Собственно говоря, трагедия принцессы заключалась в том, что ее отдали замуж за нелюбимого мужа и родственника, и она вот грусти стала общаться с окружившей себя там группой евнухов. Картина, собственно говоря, и показывает нам вот этого самого ребенка публики зайца и метафору такого несчастливого брака в виде сорок, традиционно обозначающих брак по согласию, брак счастливый. И, в принципе, если по символике разбирать всю эту картину, то мы здесь очень много чего можем увидеть. И бамбук, изображение бамбука как таких искренних, не гнущихся чиновников, которые готовы публично высказать вот свои отношения к проблеме, и наоборот, тростник, который изображает тех, которые конформистов среди
чиновничьим сословием, если мы начнем отдельно имитацию картины модера, то получается, в принципе, интересный взгляд на то, как в это время группа была устроена такое пространство для общественной дискуссии. В принципе, даже по таким острым вопросам. Значит, еще один интересный очень свиток, он прям представляет нам окно в 12 век. И это знаменитый свиток вверх по реке в празднике Цинмин, по другой версии, значит, речь идет не о датировке на празднике Цинмин, а о характеристике правления предпоследнего с северным императором Цинмина. И Цинмин здесь означает, так сказать, ну, метафорически там просвещенное и там, спокойное и справедливо. Но в любом случае свиток одна из самых известных картин в истории Китая, пятиметровый свиток, который изображает городскую панораму в разные аспекты городских сценок, и по нему мы можем достаточно просто посвятить этому, да, посвятить этому и, разбор фактических структур сельского общества, потому что мы здесь видим людей, одетых по-разному, которые изображают разные социальные слои, и мы видим, разные структуры торговых учреждений кайфена сельского, и мы, в принципе, можем понять, чем там будет там, в разных лавках, и говорить о подъеме статуса торговых сословий в это время. То есть, практически, это самостоятельная такая площадка, которая позволяет провести семинар и продемонстрировать визуальную какую-то картину вот этого самого города в сунское время, в том числе связав это дело с критикой реформы Ваньши и продемонстрировать это как такой элемент тоже политической критики. Ну и последние две картины, я их очень коротко про них скажу. Таким же образом мы можем забрать образ женщины, сравнить его там с, допустим, танскими красавицами и показать, что в сунское время абсолютно другая роль женщин и другое место, и в том числе политические метафоры, которые зайдут живописи, показывают нам совершенно новый, новый образ, который конструируется в рамках русской философии и который предполагает женщину не как такого свободного достаточно актора социального, а как цветок во внутренних покоях, фактически закрытый в вот какого-то такого внешнего влияния. В следующем свете есть более чем 100 фигур, только 20 фигур женских, поэтому мы, в принципе, тоже можем сказать, что это говорит о статусе женщин. Плюс, опять же, символические метафоры, которые здесь позволяют показать то, что фактически ведь женщина одна с одной прислугницей, но есть символические места и для главы семейства, и для детей, и для такого запретного внешнего мира, который передается там, абрикосы или этой сливы, сверстающие до того, куда нет шпона, куда нет возможности, в общем, когда попасть. Ну и самое последнее, я уже не разговариваю, потому что время у нас заканчивается, таким же образом, и тоже через буквально одно изображение, можно фактически вывести на достаточно интересную тему лирийской культуры, лирийской живописи, лирийской поэзии. И не только в части, касающейся сунских лирических применительно к богульскому завоеванию, но и в части, касающейся минских, допустим, лирических применительно к истории 17 века. То есть это целый комплекс какой-то позиций каких-то, так сказать, сложных политических выборов, которые передаются в том числе через метафоры и катастрофы поэзии. На этом я, наверное, закончу и закончу фразой о том, что значит, вот такой визуальный материал просто дает возможность перейти сразу на пусть целых проблем и быстро и довольно компактно показать какие-то сложные
сюжеты, связанные с тем, на что обычно не хватает времени на предложение. Интереснейшие сюжеты мы сейчас поднимаем в рамках нашей дискуссии. Я общие соображения говорю. Значит, коллеги, добрый день, я без презентации очень кратко. Значит, собственно, как говорили на самом деле то, что предоставил главный возможность, так как вы здесь выступили в этой проблематике. Я хочу вам сказать, что мы оказались в таком достаточно простом времени, ну, во всех известных смыслах, не просто мягко говоря, но я немножко другого. Я думаю, что если мы посмотрим последние плюс-минус 25-30 лет, то глобальный тренд не только в нашей стране, а глобальный тренд, в принципе, это снижение интереса к социально-экономическим дисциплинам вообще и к социально-экономическим аспектам изучения истории в частности. Ну, в нашей стране, я говорю, что это глобальный тренд, в нашей стране это было связано плюс к этому еще и с тем, что мы ушли от марксизма. Потому что все остальные социально-экономические дисциплины, вот, моему поколению, ну, среднему поколению, да, преподавали Мечкову, так сказать, все, преподавали на основе марксизма. Это привело нам любовь к методологии, к сноскам и ссылкам к научному аппарату, но, конечно, как бы, научно это было не очень продуктивно, если достаточно слава Богу, что мы от марксизма ушли. Но а с другой стороны, это очень привело к тому, что социально-экономические, так сказать, дисциплины, они существенно просили. Значит, что касается наших западных, там коллег, партнеров, не партнеров, я не знаю, но как бы как называть сейчас. Но если мы посмотрим, то то же самое. Но там это было связано с большей степенью, там вообще как бы изначально не было, там это было связано в значительной степени с вот этим вот доминированием дискурса глобализации. Это и у нас тоже было, это у нас тоже было. То есть у нас вот, с одной стороны, одновременно пришел процесс, как бы марксизм и приходит в дискурс глобализации. Так, еще не было марксизма, но был дискурс глобализации, постмодерна, там, так сказать, развивался все на последних 18-30 лет. Идея о том, что как бы, вообще сама концепция этой глобализации, я называю финансово-компьютерной или финансово-цифровой глобализации, то есть, когда собрались там, ну, я предельно утрирую, конечно, собрались там финансисты, интернетеры, инноватеры, так сказать, сказали, что нам вообще история не нужна, культура не нужна, там проблемы с нами капитализм, модернизация не нужна, все это нифига не нужно. У нас есть интернет, у нас есть, так сказать, современные технологии, у нас есть, так сказать, глобальный рынок капитала, и вот мы, так сказать, устраиваем глобальный рынок капитала через крик, блик и блок. Значит, ну, я предельно утрированно это объяснил, конечно, но, понимаешь, у меня еще требования, так далее, как это привело к тому, что произошло, понимаете, как бы произошло падение объективно в обществе, произошло падение интереса к изучению проблем, как ни странно, к изучению проблем модернизации. Потому что модернизация, она как бы ее как-то вот так вот она, как вот, понимаете, она по умолчанию заменилась, так сказать, цифровизацией и постмодернистским дискурсом. Вот сейчас вот мы как бы присутствуем при том, последние события, самые последние события, я не знаю, знаете, прекрасно знают, они на самом деле возвращают нас. Глобализация не заканчивается. Нет, конечно, глобализация продолжается. Но там не будет финансового компьютера, как никого на то. И совершенно очевидно, что мы возвращаемся в том смысле с постмодерном модерном, слава богу, наконец. И мы как бы снова встает вопрос, ну, вот я со своей колокольей его так называю, снова встает вопрос, необходимости анализа процесса буржуазной модернизации политической модернизации. Выяснилось, что это была глобальная концепция о том, что достаточно за глобальный рынок капитала развития технологии и можно создать эффективную глобальную систему капитализма без опоры на национальный капитализм. Вот это все рухнуло. Это все рухнуло, это, так сказать, совершенно очевидно, и тут там все как сейчас называется. Это одна из частей этой кризиса. Но самое главное, это, конечно, глобальный конфликт, это не Китай. Это просто квинтэссенция. Просто квинтэссенция, причем я говорю, возвращение в модерн. Проблема буржуазной модернизации, капиталистической модернизации. Идет столкновение глобальной капиталистической державы с глобальной социалистической державой. Как я говорю,
и не искусство, как в том числе и социально экономическое. Так вот, короче говоря, мы возвращаемся в эпоху модерна, мы возвращаемся из эпохи постмодерна, и мы возвращаемся из эпохи цифровой, так сказать, финансовой глобализации в эпоху глобализации, которая уже должна будет учитывать и рассматривать проблемы буржуазной модернизации. Казалось, что от нее можно уйти. Нет, не можно. Значит, соответственно, возникают все проблемы, связанные с экономикой, социальной модернизацией, с культурной модернизацией, то есть тра-та-та-та-та-та-та по полной программе, поэтому снова модель. Значит, как это будет как-то артикулировано, я не знаю, но содержать этот процесс очевидно. Значит, в этой связи я просто обращаю ваше внимание на то, что у нас есть большие проблемы с точки зрения преподавания социально-экономической аспекта истории, вообще социально-экономической дисциплины, потому что у нас преподают, так сказать, международные отношения, там, политологию, там, я не знаю, историю, как, опять же, какую-то такую историю именно Гушина, да, вот такую. Экономика преподается очень часто как просто Гучу. Понимаете, а такие вещи, как вот социально-экономические аспекты истории, политическая экономика, на самом деле, это историческая дисциплина. Она историческая дисциплина, по сути своей. Ну и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот здесь возникает проблема, что эти дисциплины нас просчитают. И я надеюсь, что в предстоящем году, в предстоящем случае, нам, так сказать, надо будет обратить внимание на то, что ты должен как-то какой-то в той или иной форме углубить, да, как бы вот, и утяжелить, так сказать, составляющую. Проблема в том, что студенты, на самом деле, проблема заканчивается. На самом деле, проблема в том, что студентов нет интереса, они тратят. Вполне понятно. Б. У них уже нет навыков. Понимаете, вот сидят умные ребята, как бы, талантливые ребята, господи, тоже. Я не говорю об умственной способности, я говорю об интересе и о навыках. И вот я читаю в магистратуре, в частности, я читаю в магистратуре вот, социально-экономической дисциплины, там проблемы модернизации Восточной Азии и так далее. Это политэкономия, это история, это историческая политэкономия. А сидят талантливые, умные, интересующиеся ребята. Понимаете, они вот может быть, многие из них были готовы понять, но да, вот. И вот это большая проблема, и вот это самая главная, так сказать, проблема, с моей точки зрения, как отсутствие интереса, отсутствие навыков. Но не отсутствие дефицита, скажем так, не полное отсутствие, дефицит интереса и отсутствие навыков, дефицит навыков. Очень, с моей точки зрения, такая проблема, конечно, она будет, конечно, я сдержанный оптимист, она будет корректироваться, вообще мы живем по принципу, то есть социальной коррекции, мы биологические существа, социум — это часть природы, коррекция будет, но коррекция бывает очень драматическая, как мы видим в последние месяцы. Спасибо за внимание, коллеги, я потом тебе ну, на самом деле, это, что самое главное в скобочках, да, это личный мой опыт рефлексии меня и моих студентов, которым мне хотелось бы поделиться, потому что название такое очень пафосно, да, на самом деле. Все довольно просто. Прежде всего, мне хотелось бы обозначить проблему, да, с которой вот, ну, как мне показалось, что мы сталкиваемся сейчас, что часто очень выпускник, конечно, хотелось бы, чтобы выпускник у нас кафедры истории Китая, да, все шли в науку, но, конечно же, не так, и мы понимаем, что выпускник, он не осознает вот эту связь между теми знаниями, науками, которые мы даем, и той практической работой, которую мы предстоит порой даже научной. У студентов это знание навыки должно быть, да, выпускные компетенции. Очень часто студент, ну, мы знаем, видим программу, знаем компетенции, но до студента этого не доходит очень часто. Да. А начинающий работник, это уже должна быть какая-то, ну, практические навыки. И вот моей целью было провести какой-то мостик, да, вот дать ему мостик для этого осознания. И я пыталась обратиться к педагогике, которая, ну, предлагает метод рефлексии. Рефлексия
немножко о рефлексии, да, что это такое. Прежде всего в педагогике, последняя строчка, в современной педагогике, самоанализ деятельности и ее результата. И, как мне кажется, что это дает свои результаты. Наверное, самый известный современный, да, вот таксономия Марцана, которая называется так, Роберто Марцана, который занимается доказательным образованием, можно сейчас дать течение. Вот он пишет так, что метакогнитивный уровень, на который я и пытаюсь затронуть, он дает улучшение в образовательном процессе и в тех результатах. То есть рефлексия как обязательный элемент в обучении. И тут я вижу, что рефлексия, она бывает разная, да, коллективная, индивидуальная. И тут в зависимости от преподаваемых курсов и задач могут быть разные вариации. Это просто сам курс, который мы ведем. Это научно-исследовательский семинар, который позволяет, конечно, прежде всего студенту написать его научную работу, выпускную конкурсную работу, курсовую. Здесь я кратко перечисляю то, чем мы занимаемся, на самом деле намного больше всего, и даны иконки, программ, сайтов, к которым мы обращаемся, к которым мы смотрим. Сразу скажу, что вся эта программа научно-исследовательского семинара, она немножко подтачивается под конкретную группу, исходя из их интересов, исходя из их конкретных задач, которые ставятся, да, перед ними, имеется в виду их тему, которую они выбирают. Ну, тут много всего интересного. Это и, конечно, база данных. Мы в такой, особенно последний год, находясь в изоляции от источников, пытаемся их найти в цифровом формате. Да, и еще особенность, что это подтачивается, конечно, под именно Китай, да, под китаеведение, под китайскую историю, там, политологию, ту задачу, которую тоже ставит каждый студент перед собой. Ну, из интересного, наверное, тут про лингвосемантический анализ. Это, правда, про, пока что про английский и про русский, я считаю, программа, да, а про китайский скорее вручную, да, пока что. Если у кого-то есть идеи, как это, или данные, как это автоматизировать, это очень приятно, да? Тоже про организаторы библиографии, которые позволяют тоже улучшить поиск и вообще систему написания, наверное, да, работы. Цифровые проекты, вот тоже они, студенты изучают, исходя из своих интересов, из своих задач. Ну, это продолжение, собственно говоря, научного семинара. Про китайские соцсети тоже, если это требуется, ну и много всяких интересных вещей, например, этики работы с научным руководителем, которой порой не хватает. Ну, еще хочу обратить внимание, да, вот на программу помощники или для про осознанный поиск, мне кажется, тоже это очень важно, то есть очень богатое такое содержание, которое на самом деле еще больше, потому что не длится год у нас. Ну, вот что было сделано после, я бы сказала, даже в середине этого семинара было предложено два опросных листа, и, правда, у меня немножко неправильно сейчас расположено, я попробую исправить, где были, первое, заданы открытые вопросы студентам о содержании курса и личных успехах и неудачах, и второй листочек уже на следующем занятии, довольно быстро, да, происходит заполнение, анонимное, то есть я не требую никаких там курсов. Ну, примерно, конечно, представляю, кто что-то писал, но тем не менее, анонимно, в данном случае это совершенно не важно. На втором листочке по 10-бальной шкале уровень своей компетенции по конкретным темам и навыкам. То есть это уже я выделяю темы, которые вот освоены, а они оценивают себя. Да, то есть сначала они... Вот этот первый, да, листочек, плохо видно, но я могу... на самом деле, что-то сочетается, начиная от того, как вы оцениваете занятия в этом семестре, да, до своих каких-то трудностей, какое новое знание вы получили, какие, что вы можете применить для написания научной работы, что вы можете применить в практике, в какой-то практической работе дальше. И вот они пишут, ну, во-первых, для меня, как это, дальше я буду, да, делать выводы, для меня, как это, да, это важно, что они не только, конечно, оценивают, но я могу улучшить свой курс, исходя из их решений. А возвращаясь вот к первой бумажке, да, ну, тут, собственно, перечислено примерно то, чем мы занимались, и они оценивают, как они себя видят в сентябре, как они себя видят в декабре. Ну, переходя к выводам,
что может увидеть преподаватель, да, это степень освоения тем, оценку курса студентами, недостатки трудности курса, откорректировать курс, да, например, мы после этого добавили какие-то вещи, и там можно даже пригласить каких-то специалистов для того, чтобы что-то разрешить, и как выросли студенты, заканчиваю. Что получает студент, он видит свой рост, осознает связь между получаемыми знаниями и навыками дальнейшей профессиональной деятельностью, думает о том, чему ему хотелось бы научиться, и подытоживает свою деятельность за семестр. Ну и, собственно говоря, выводы. Мне кажется, что одна из очень важных пунктов – это что подобный подход, он обеспечивает психологический комфорт во время занятий, да, когда студент вот осознает, зачем, что он делает, помогает расставить приоритеты, направляет студента и в научно-исследовательской работе, придает мотивации, налаживает вот связь между навыками, знаниями и практической работой дальнейшей, собственно, что и было целью. Да? И что еще очень важно, придает уверенность в своих компетенциях студенту в дальнейшем выборе, продолжает ли он учиться или он идет в какую-то практическую деятельность. Он осознает, что несмотря на то, что вот эти навыки он применял применительно к научно-исследовательской работе, эти навыки очень применимы на самом деле и в любой сфере, которая затрагивает даже не только педагогику. Все. Очень резонирует то, что вы сейчас рассказали. Деятельность, наверное, большинства присутствующих, уверен, вы будете обсудить. Здесь, когда мы говорим о эпистемологии, да, социальных результатах, ну, этика и это максимально. Сейчас актуально. Я с удовольствием предоставляю слово Андрею Неодовичу Корнееву. Уступлю. Время. Давайте все-таки вы сначала. Мы вас так обеды не могут. Должна. Но я как бы стараюсь сократить немножко то, о чем я хотел сказать. Я уже как бы вступил в условие, затронул эту тему, и тема связана с десятиповником, с тем, как мы преподаем историю Китая. И вот как бы первый тезис, который я хочу как бы озвучить, это то, что мы, ну вот когда мы преподаем историю новейшего времени, рассказывали про цинскую историю, про средневековую историю. А вот если говорить про новейшую историю, мне кажется, что наше отечественное приведение немножко отстает от китайских коллег. Это мой первый тезис, что мы должны, если мы хотим преподавать как следует историю Китая, мы должны следить за тем, что пишут китайские историки. Ну, тут очень много можно примеров приводить. Я как бы вот возьму один кейс, знаменитое движение 4 мая 1919 года. Вы знаете, что это было патриотическое движение, из которого, в общем-то, возникло, ну, практически прямую привело к образованию коммунистической партии. Я все время думал, ну как же так, вот студенты Пекинского университета, других еще там около дюжины университетов, вот неужели они были тогда китайские студенты настолько продвинутыми, что они сами вот следили за ситуацией в Париже, в Версале, потом они вот организовались. Наверное, какие-то у них были тайные, ну, организаторы, что ли. Но вот у нас, я посмотрел и упоминавшийся сегодня учебник Орлина Ивановича Мелексетова, и десятитомник, и Непомнин. Вы знаете, у Непомнина еще есть том по новейшей истории. Кто еще у нас писал на эту тему? В общем, ни в одном из учебников не дается версия, которую уже активно обсуждают китайские историки, причем это даже не в каких-то узкоспециализированных томах, а можно прочитать, ну, вот опять же, в интернете, в каких-то весьма доступных для нас материалах. И вот что выясняется, товарищи, что действительно в событиях непосредственно связанных с 3-4 мая
2019 года. То есть помимо того, что происходило в Париже, очень важно понять, что действительно происходила такая фракционная борьба внутри пекинского правительства. То есть у нас генерал Дуан Чжижуй, который представитель аньхуйской группировки, и президент, которого он сам поставил, но президент, который решил, что он ни в коем случае не будет такой марионеткой в руках правительства. И плюс еще, так сказать, целый ряд товарищей, так называемых, которые принадлежали группировке Дзяогунси, группировке коммуникации. В итоге, когда стало известно, что же, так сказать, все-таки европейские просвещенные государственные деятели собираются решить по поводу судьбы Шаньдуна, судьбы бывших германских владений в этой провинции. Целый ряд людей, которые входили в так называемый комитет по международным делам при президенте, они решили, что надо что-то сделать, чтобы поднять шумиху. И в этот комитет входил товарищ Цай Юаньпэ. По совместительству ректор Пекинского университета, они сидят, заседают, говорят друг другу, надо что-то делать. Слушай, говорят, так вот Цай Юаньпэй, у него же студентов там навалом, в общем, побежали к Цай Юаньпэй, он говорит, давайте, давайте, подняли студентов, в общем, действительно, события 4 мая, они потрясли весь мир, но что интересно, мы все-таки исходим из того, что это действительно такое очень патриотическое, такое очень светлое, благородное движение, в то время как современные китайские историки в том числе находят и слова для критики студентов. Что, например, единственный студент, который погиб в ходе событий 4 мая, он отнюдь не погиб из-за жестокости или каких-то злодейских замыслов полицейских. Например, что еще уже переосмысливается на наших глазах? Само представление о том, что триггером этих событий была слабость китайской дипломатии, потому что, как сказал товарищ Мао Цзэдун, то есть слабого государства нет дипломатии. Но это опровергается уже всем ходом событий и тем, что действительно на Версальской конференции китайская дипломатия проявила очень изощренный характер. То есть японцы по сравнению с ними просто отдыхали, я бы так сказал. Понятно, что японцам нужно было сохранить лицо, когда возник вопрос. Под нажимом американцев была договоренность, что они отдают Шаньдун, но нельзя потерять лицо, поэтому была договоренность, что сейчас мы Японии присудим, но через буквально несколько месяцев это решение. И действительно, на Вашингтонской конференции все спокойно, все было отыграно назад, японцы вывели войска, китайская дипломатия продемонстрировала свою эффективность, но товарищи уже успели разворошить этот улей, и буквально в 21 году, 1 июля, создали коммунистическую партию за которые развитие страны пошло совсем по другим алгоритмам. То есть это один из небольших примеров, там практически по каждой теме, связанной с историей Китая, есть темы, которые действительно поднимаются в китайских публикациях, но мы этого не находим ни в десятитомнике, ни в учебниках. Это заставляет меня подумать о том, что, наверное, наша сегодняшняя панель, может быть, стоит ее и в будущем продолжить, потому что есть о чем говорить. Большое спасибо. Пожалуйста. Дорогие все настолько дисциплинированы. Спасибо вам большое за совет. Сегодня у нас еще остается время, даже несколько слов по тому, что затронул Андрей Мендович в своем выступлении. Он как раз произнес тезис относительно того, что мы не знаем о многом зачастую, а что пишут вот там. И события во внешнем мире, и, собственно, как
не рассматривают события истории Китая в научной литературе. Сегодня я хотела бы рассказать тезисно о том, а как это репрезентуется в учебных пособиях для иностранцев, некоторые исторические события на нескольких примерах. Данное исследование ведется уже несколько лет. У нас был проект в нашем факультете, посвященный исторической памяти в Восточной Азии, в Восточной и Южной Азии. С коллегами мы провели несколько семинаров. Ядович выступал, выступал Александр Иванович Юркевич, некоторые наши коллеги урбанисты, индологи и кореисты также. Вот один из сюжетов, с которым я обратилась в процессе этого исследования, собственно, был связан с репрезентацией событий истории в древности до современности в учебных материалах, не только официальных учебниках, но, может быть, в различных материалах, например, цифровых, которые публикуются в сети интернет и обладают определенным дидактическим потенциалом для иностранцев. И, с вашего позволения, очень коротко расскажу о выводах. Что касается методологической стороны, тоже готова ответить на этот вопрос. Скажу лишь о том, что сегодня проблемами исторической памяти и репрезентации исторических событий в самых разных контекстах занимается достаточно большое количество ученых на всех континентах нашего мира. Однако именно вот в этом ключе, в том, как история Китая репрезентуется у нас в учебных материалах для иностранцев, пожалуйста, мы видим не очень много исследований. Особенно это важно сегодня в контексте развития российско-китайских отношений, развития стратегического партнерства и нашего интереса к его судьбе. И, конечно же, популяризации китайского языка в России. И вот сотрудники нескольких периодов, начиная с 80-х годов и заканчивая самыми последними годами. Основное наше исследование заканчивалось в конце 10-х годов 21 века, для его большей точности, мы получили следующие выводы. Анализируя учебники, которые существуют только на китайском языке, например, с английскими англоязычными комментариями, и те, которые были переведены без каких-либо существенных добавлений. Напомню, что это учебники именно китайского языка, и очень интересно, как именно события истории и культурные реалии подаются в этих учебниках. И вот мы можем видеть, что, собственно, в учебниках середины 80-х годов, 90-х годов, когда возглавили период реформы открытости, у нас замечается в результате контент-анализа, дискурс-анализа этих учебников, замечается, конечно же, акцент на диалоге, то есть он присутствует, мы это видим в вербальных знаках транша. Мы видим здесь идею интернационализма, попытки Китая открыться этому миру в разных формах, и создается образ дружественного Китая с максимальной расположенностью. Мы видим, тем не менее, что в учебниках для иностранцев, все еще количество обилия цитат, образов литературы, которые так или иначе связаны с коммунистической партией Китая, с периодом реформ, уже даже с некоторыми дискуссиями, которые проходили в это время в обществе. Мы видим с речевой точки зрения большое количество речевых клише, и уже начинается обращение к классике, то есть есть следы этой гордости за классическое большое наследие Китая. При этом мы видим, что в этих учебных пособиях и учебниках не так много заданий, которые связаны с интерпретацией текста, с развитием критического мышления, критического анализа. И, собственно, практика ориентированности этих учебных пособий невелика, невысока актуальность и, конечно, коммуникативные методики. Здесь можно не говорить, то есть это очень много грамматических методов, тексты, которые близки к актуальному политическому моменту для Китая. Ну, известные вам примеры, конечно же, да, практического курса, который был в России переведен, переведен дважды, под редакцией Федчика Горшевского, здесь некоторые примеры, да, Сагасиндерфа, некоторые цитаты
традиционных отцов, скажем так, появляли уже героя, политика, конечно же, цитаты Мауна, классика присутствует в этих текстах. То есть говорить об актуальном моменте для Китая, например, развитие международных контактов в этот период, в текстах не приходится. То есть это в основном то, что, скажем так, что было вчера и на чем Китай основывается. Текущего градодатства. Также стоит сказать о том, что человек многократно приходился в России, наверное, более 12 раз точно, вот эти скриншоты и знания, 12-го издания. Здесь мы видим. Ну вот, собственно, даже в 12-м издании есть попытка вот в тексте 44-го, в частности, урока, презентовать развитие коммерческих отношений, делегация, торговая делегация прибыла, об этом ведется здесь диалог. Тем не менее, во второй части текста исторический нарратив, что здания древние, и другие процентуры должны насладиться, то есть в современном моменте говорится очень много. Также и в комментариях. Обращаю ваше внимание на период, примерно такой же характер. То есть в российском периоде довольно очень мало новых текстов каких-то, а мы видим в основном нарратив 80-х годов. А вот еще один учебник 2004 года, изданный Синялинго, по нему чуть сегодня, собственно, если что, да, в Китае все время. Мы видим здесь тоже много упоминаний о том, что возникает реформа, будет развиваться в будущем, улучшения здесь, в основном с акцентом на социалистическое строительство, именно специфику социалистической экономической экономики с китайской спецификой. А в конце 90-х годов, в середине 2000-х годов, мы видим некоторые изменения, в том числе насчет у нас выходит такой тезис, как то, что история является учительницей жизни. Мы видим, что некоторые тексты и факты исторические носят здесь педагогический смысл. Мы видим следы переосмысления китайской истории. Очень интересно. Выводом здесь является то, что история как бы десекуритизируется. Десекуритизируется драматичный опыт общения с Западом, в том числе подобные войны и последующие события на историю в этих текстах взгляд в основном позитивный. И мы видим, что именно древняя история и философия превращаются у нас в большую ценность, в некотором смысле даже товар, может быть, сказать, и предмет диалога между Китаем и современным глобализирующимся миром. В то же время очень важным здесь компонентом является появление некоторой критической оценки процессов и диалектизм истории, чего мы абсолютно практически наблюдаем в 80-е годы. Знакомые тоже вам учебники, переведены на русский язык, они, так скажем, не всегда совершенно. И здесь, конечно, превалирует идея, вот пример, да, превалирует идея именно глобализирующегося Китая, поиска его места в современном мире, знакомства с ценностями, с культурными достижениями Китая и попытка презентации к этому миру самым разным народам, на самых разных площадках. Соответственно, своеобразно здесь периодизация вот так в этой серии учебников встречается. Далеко не всегда совпадающие, да, с оценками в российском изданиеведении. Конечно, есть недостатки перевода здесь. Вот также учебник специальная книга для чтения, в котором мы видим подробное ознакомление с достижениями уже современного Китая, современных китайских ученых, в том числе и вклад в мировую историю, в мировое технологическое развитие. Ну и древность как особая ценность. Также мы видим здесь этот тезис. А вот
только примеры из текстов учебников для более юных обучающихся. Но и в заключение, тезисное направление с этим исследованием, мы проанализировали ряд учебников, изданных в последние годы, вот уже в начале 21 века, и здесь есть некоторые тоже интересные находки. В частности, если в 2000-е годы, в конце 90-х, начале 2000-х годов, идеологизация практически сходит на нет, почему мы посмотрим именно для иностранцев, то здесь, если не идеологизация, но, по крайней мере, намек на основную идею, которая будет впоследствии транслироваться в глобальном контексте, это все-таки китайская мечта, возрождение Китая, попытка Китая занять его место в новом мире, с уже более уверенных дипломатических и экономических позиций, то есть акцент на роль Китая в развитии глобальной цивилизации из особых китайских. Здесь тоже достаточно очевидно. Хотя мы понимаем, насколько чувствительно это для диалога Китая и мира, мы помним концепцию, да, мирного возвышения, насколько она вызвала эти реакции и у дипломатов, и в экономических уровнях, и граждан в разных странах мира. Но здесь автор, поскольку это все-таки методическая литература, фантастическая литература, пытается подать это с одной стороны нейтрально, а с другой стороны мягко, как бы преподнести, все-таки акцентировать это. Соответственно, с методической точки зрения в этих учебниках появляется больше следов и современных методических подходов преподавания языков. Здесь мы видим и коммуникативный подход, и межкультурный коммуникативный подход, социально-культурный подход, которые причудливо сочетаются с учебниками по истории и демонстрируют, что Китай занимает свое достойное место с точки зрения, так сказать, изучения истории и культуры, но и с точки зрения методических учебников, сломаются яркими, очень продуманными. И очевидно, что создавались достаточно большими коллективами с учетом и участия специалистов из разных областей. Вот примеры из них, да, некоторые, какие сюжеты здесь рассматриваются, китайская культура, как, скажем так, основа для диалога цивилизации и подчеркивается в некоторых текстах, в том числе намеренно, да, какую роль сыграл Китай, может быть, в истории некоторых соседних цивилизаций, в том числе, и как он сегодня себя позиционирует в контексте Европы, международной арене. Это же с вами в некоторых цифровых ресурсах образовательных, на интернете, например, интернет-телевидение, например, передач, видеороликов, фильмов. И в заключение хотелось бы сказать вот этого короткого сюжета. Хотелось бы сказать, что, конечно же, для того, чтобы изучать эти сюжеты, эти темы в дальнейшем, нам стоит применять широкий методологический инструментарий и, может быть, возродить наш интерес к таким теориям, например, цивилизационная теория, которая достаточно являлась спорной в последние годы в различных публикациях. Кто-то считает, что она себя изжила, кто-то считает, что она до сих пор имеет право существования. Но помимо этого, помимо вот такого цивилизационного подхода, мы также должны обратить особое внимание и на культурологические подходы, либо культурологические достижения современной этнопсихологии. В принципе, да, некоторые новые педагогические разработки, например, с помощью мобильного можно посмотреть на то, как сегодня Китай, как типичная культура реактивного типа, может общаться и продолжать свое движение в этом глобализирующемся, может быть, по-своему глобализирующемся мире. И, собственно, как это будет отражаться на дальнейшем позиционировании Китая и в дипломатическом поле, и в экономических контактах, и, конечно же, в культуре. Сегодня мы видим вполне, то есть вот это усиление, еще серьезное усиление культурной составляющей. Китай действительно пытается находить диалог с миром, значит, не изучен, остается этот вопрос, каким образом он это делает. И в рамках наших методических разработок мы, конечно же, продолжаем, да, наши учебники по китайскому языку, которые мы создаем в России, мы стараемся находить гармоничные подходы к тому, как, собственно, объяснять. Это тема совершенно другого
докладах в перспективе, но, конечно же, только используя китайский учебник, который там постулировал исторические факты, мы можем, мы стараемся, должны как историки, преподаватели постараться уже даже на языковом курсе позиционировать исторические факты с максимальной долей успешности. И это, конечно же, перспектива дальнейших исследований наших практических методов. Спасибо большое за внимание. С вами остается достаточно время дискуссии еще, и предлагаю нашим слушателям задать вопросы. Пожалуйста. Теоретики государства и права, поэтому все пытается теоретики классифицированных, разделить на типы и так далее. Я хотел спросить присутствующих историков, как вы Китай подаете исторически сегодня, к какому типу? Михаил Иванович говорит о капитализме, а сам Китай говорит, что он социалистический, а я еще предлагаю говорить о мутациях социализма или капитализма, а вы говорили о цивилизации, а я предлагаю, например, выделять конституционную цивилизацию и доконституционную, которую я считаю жизнь Китая сегодня доконституционной. И опять вопрос о имитации конституционализма в Китае. Вот как вы все это преподаете, если вообще об этом разговоре ведете? Спасибо большое. Кому бы адресовать этот вопрос? Нам ко всем, наверное, не успеем ответить. Все. Ну, кто произвольничный? Да нет, может быть, попробуйте ответить коротко изо всех. Ответ простой. Нет, никак не вообще. Все, что вам фиолетово, как говорят молодежь, не пытаетесь как-то. Это здесь присутствует, что-то фиолетово. Давайте, Михаил Владимирович. На вещь поставленный вопрос, конечно, я ответить не смогу, коллеги, но я вас скажу, что лично для меня это не фиолетово, так сказать, как для ближайших коллег. Вот, я как раз, если внимательно слушать, я как раз сказал о том, что Китай социалистическая страна, а ведущая социалистическая страна, Соединенные Штаты Америки социалистическая страна. Понимаю пафос вашего вопроса, потому что пришло здесь есть огромный объем дискуссий, различных мнений, со своей колокольни, поскольку я занимаюсь политической экономией, трансформацией систем плановой экономики и так далее, я вот наблюдая Китай, я могу вам сейчас, у меня нет времени, возможно, говорить, я считаю, что Китай, несмотря на все реформы, преобразования и так далее, до сих пор является достаточно классическим типом социально-экономического такого государственного социализма. Опять же, мы сейчас не говорим о том, что такое социализм, там Маркс, Оуэн, там, я не знаю, кто еще там, мы не об этом. Там Сталин великий, так сказать, я не знаю, как еще. Мне говорили, Мао великий, не менее великий. Еще был национал-социализм у нас, так сказать, и так далее. Мне об этом. О том, что вот был такой государственный социализм, который мы знаем из нашей истории, не надо теоретизировать. Это реальная практика была, реальная страна, я в ней родился, жил, социализировался, вырос, заканчивал. Поэтому вот эта структура, она в Китае сохраняется, несмотря на все основные. Несмотря на все известные реформы, все основные, когнитивные структуры советской системы в Китае сохраняются до сих пор в полной мере, можно было там конфуцианством, господи, дайсизмом, там, конституционализмом, как он. Это все, укладывается вполне по единую структуру, как я формировался. Причем в Китае Россия просто свободная страна, как я сказал. Здесь другие конфуцианцы. Причем в Китае. Боже мой, я был в моем детстве, юности, вот таких интересных структур. Хотя, моего детства юности прошло как близко. Спасибо. Знаете, я хотел, чтобы у всех было одинаковое время, потому что... Дорогие коллеги, у нас будет еще вопрос. Перерывы, безусловно, и напомню, что завтра у нас состоится семинар с ключевым докладом Владимира Владимировича Сушина по чайному исключению. Кто еще, кто хочет, всех приглашаем, там будет безлимитно.
объем времени, чтобы пообщаться. Да? Те, кто заинтересован, пожалуйста, скажите мне, мы пригласим 15 часов, да. Можно хоть до вечера общаться очень подробно на все интересующиеся нас темы, связанные с историей Китая. Пожалуйста, будут ли вопросы к докладу чего-либо конкретно? Ну, у меня скорее дополнительно, может, изучаю, можно? Конечно. Ну, а сколько он дает? До следующей сессии у нас 7 минут. Ну, я попытаюсь быстрее сказать. Ну, значит, начну с конца. Ну, вот соглашусь с тем, что перевести к томнику претензий много, но вот особенно к 6, 7, 8, к томам, где там поменьше, но есть тоже. Да. Но вот, однако, не соглашусь с тем, что мы должны следовать за сегодняшними китайскими историками, различных событий. Ну вот, у них есть свой и мы знаем, кого. Да? Ну вот, теперь, вот соглашусь с Михаилом Владимировичем в том, что снижается интерес. К экономике. А вот, например, вот у меня сейчас на соответствующем курсе человек 7 будет. Леонидович, мы сейчас говорим, вот, чтобы успели обсудить то, что вы прослушали, а вы рассказываете дополнение. Мне очень интересно. К тому. Ну ладно, в таком случае вернемся к Камачеву. Вот, любая страна мифологизирует свою историю. Да? Но вот, разумеется, Китай может. Да? Вот, и одна из сторон китайского мифа в том, что китайская история исключительна. И существует сама по себе. В китайской традиции, китайской истории, великая существует. И мы, значит, вот так. Вот остальное. Да. Вот, поэтому, на мой взгляд, наша задача – это писать китайскую историю в мировой процесс. Вот, начиная еще там с Ясперса, с любого времени, мы знаем, что это такое. Да. Тогда, значит, возникает масса сюжетов, дополнение, обычно не возникающих. У меня много перечислено. Просто для примера, да,
Ну, вот, сравнительная история двух крупнейших империй конца средних веков. Индийской, ну вот, и китайской. Выяснение причин здесь практически одновременного упадка. Ну вот, и временное, ну вот, что мы знаем, и способность, да. Ну вот, есть еще всякие, например, да, ну вот, кто такие японские пираты? Вот, почему вдруг они так серьезно повлияли на выбор Минск-Китаевский пути. Ну вот, ну, вернемся, допустим, вот, в наше время, в новейшее. Дорогие коллеги, спасибо большое, Андрей Олегович. Дело в том, что у нас уменьшается. Да. Спасибо большое. Будут ли еще у нас есть пару минут? Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Я бы хотела задать вопрос Андрею Олеговичу, по поводу его выступления тоже, может быть, просто попросить его прокомментировать. Вы просто сказали, да, что китайские историки сегодня наблюдают новые оценки многих событий, в том числе движение 4 мая. А как вам кажется, стоит ли анализировать эти оценки как таковые? То есть эти оценки возникают почему? Это связано с какими-то политическими процессами в стране? Или это новые источники, которые оказываются доступными китайским историкам, да, они на основании этого, да, я вынужден вступить в дискуссию с Андреем Олеговичем. Не надо знать, что пишут китайские историки. Нет, 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 нет. Я считаю, что китайская история переживает. Сейчас очень интересно. Вот, например, что касается китайской дипломатии периода 19 года, это тайваньский историк, который действительно нашел новые документы в Бельгии, касающиеся Версальского конференции, но он работает в Шанхае. Понимаете, какая речь? То есть, если мы как бы будем делать вид, что для нас это как-то не важно, поскольку там, то это будет, наверное, ну, не совсем правильно. Я считаю, что вот в чем как бы одна из наших работок, что понятно, что китайские историки, они, так сказать, в такой массе, таким широким фронтом идут, а у нас как бы многие ушли на пенсию и поумирали, да, вот это когда. У нас даже некому за этим следить. Вот же еще в чем как-то наши проблемы наши. Да. Но как бы я понял ваш вопрос о том русле, что почему они как бы. С чем связано возникновение новых процессов? То есть вы уже ответили частично, что есть новые документы в Бельгии, которые стали на суд. Связано с тем, что у них очень большая конкуренция между собой, их много, в каждой провинции своя, так, филиал, Академия общественных наук, все там куча университетов. Естественно, что каждый должен как-то себя. И они, как порою, находят новые, так сказать, документы, находят новые интерпретации. И мне кажется, мы должны это учитывать в том, как мы студентам дорожим. Потому что действительно. Откровенно, давайте скажем, некоторые компании Сидорника писали на основе работ, которые эти авторы ему написали там 10-20 лет назад. Сергей Леонидович в свое время считал, что Сидорник должен быть в состоянии прочитать лекцию или средств. С другой стороны, он считал, что это наша версия кембриджской истории. В конце концов, мы можем там перевести. Но я очень рад, что вы там дискуссию поддержали тем самым, и что есть, что обсуждать. Я думаю, что, может быть, в следующем году сделать две сессии в истории Китая. Тогда у нас будет больше времени, ну, на такую более что дискуссию, не такую сжатую работу. Учитывая, что наш круг, мы очень широко,
и изучаю, постоянно все время о чем задумали здесь, в принципе, все мероприятия, связанные с историей Китая, да, и преподаванием. Может быть, это будет не только в рамках апрельской конференции, но и отдельных мероприятий. Если вам показалось, что это полезно и интересно, мы, наверное, что-то придумаем, да? Конечно, конечно. Поскольку нам необходимо уже освобождать аудиторию для следующей сессии, можете поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в нашем мероприятии, и докладчиков, без согласившихся представить результаты своих исследований и слушателей. И мы с большим удовольствием приглашаем вас продолжить наш разговор по всем темам, которые прозвучали сегодня. Завтра на нашем научно-теоретическом семинаре в секции исследований Китая школы востоковедения на Старой Москве. Собственно, 3 часа. Б-305, Старая Басмана 21-24, у нас в школе востоковедения. У нас будет достаточно времени, чтобы и сегодняшние вопросы обсудить, и обсудить, собственно, главный доклад Владимира Григорьевича завтра, посвященный чайному пути. Как раз тому времени, о котором мы сегодня говорили. Благодарю всех и до новых встреч. Спасибо большое. Вообще я не могу.